Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Значит, одна из немаловажных таких мероприятий при разведении любых животных, скажем так, является проглистовка. Ну, у вьетнамцев моим маленьким поросятам уже больше 2 месяцев. Можно смело глистовать их, в принципе, любыми средствами. Я поехал в ветаптеку. Не буду вам умничать здесь, рассказывать о том, кто там более ядовитый, кто менее ядовитый. Поехал в аптеку. Единственное, что я хотел бы сказать, при проглистовке с помощью укола нужно очень точно знать вес проглистуемых особей, скажем так. Иначе вполне реально можно их просто отравить. Если же берем какой-нибудь в растворе, ну то есть порошочек или там гель, с этим проще. Там как бы плюс-минус вес, плюс-минус там 5-10 килограмм не повлияет. Значит, в этот раз я взял какой-то тут альбендазол 10%. Делается для чего? В принципе, у меня содержатся свиньи, ну нету крупнорогатого скота, поэтому больших там каких-то паразитов, типа там каких-то бычьих цепней 50-метровых, шучу, конечно, ну больших паразитов я, ну вот при том, как режу, допустим, свиней режу, смотрю обязательно. Не встречал у себя, честно, и в помете не встречал, но для профилактики лишним не будет сделать проглистовку, поэтому я и вот им 2 месяца наступил возраст, 2 месяца, можно и в меньшем возрасте, там, по-моему, есть средства и с месяца можно, но, Илюха, иди сюда, поможешь мне. 2 месяца это уже точно не будет никаких осложнений, они это нормально перенесут. Ну, надо понимать, что любая проглистовка — это яд. Ну и соответственно, если яд попадает в организм, ничего хорошего от этого не будет никому, ни организму, ну и я надеюсь, глистам, если они есть, гельминтам, тоже будет плохо. Соответственно, сейчас мы как это все вводится, способа есть 2, либо перорально, либо инъекционно. Ну, перорально, понятно, в еду сейчас добавляем, инъекционно то же самое, ничего сложного, укольчик делаем. Значит, укольчики, ну, не стал, вес, в принципе, поросята небольшие, там по 10, может, там чуть больше килограмм, можно взять, в принципе, взять, взвесить каждого, не стал заморачиваться. И опять же повторюсь, давай, высыпаю эту фигню, повторюсь, у меня нет подозрений на то, что у них вообще есть гельминты. Ну, как бы какие-то там по-любому есть. Они ходят по воле, ну, по улице. Ну, как по улице? По загородке. И, соответственно, подбирают все, что там кошечка пробежала, собачка, птичка там какнула. Все это дело они контактируют с этим всем. Если бы это был, допустим, разрывай его вдоль, чтобы все высыпалось. Так, пакета вот этого... Он рассчитан на 100 килограмм живого веса. Я посчитал, у меня там сколько у нас их? 7? Угу. 7 особей. Это где-то килограмм 70. Ну, может, чуть больше. Килограмм, наверное, 80. Плюс-минус, опять же, проконсультировался у ветврача. Он сказал, что, в принципе, нормально. Можно на вот эту вот упаковку на 7. Размешиваю. Ты рукой размешаю, что ты? Что ты, елки? Оближешь потом руку, глистов не будет. Ты переживаешь? Ты переживаешь за своих гельминтов, ёлки? Я за них не переживаю. Не, подожди, нормально, до глубины размешаю. Я до глубины размешаю. Да, ну, это палочка короткая. Нормальная палочка. Давай не выделывайся. Возьми нормальную палочку. Или руку помочь, потому что ты как маленький. Так, сейчас пойдем насыпем. А, еще один момент.
Вот здесь в застосовании, ну, в этом, как сказать, застосовании по-русски, правило использования, применение, да. Да, применение написано, что альбендазон вводится разово при вранишном годивле. То есть утреннее кормление, вводим его один раз, за раз всю дозу. Смешиваем его 1/3 запланированного количества корма. То есть сейчас пойдем. То есть снижаем количество корма до 1/3. Ну, я так понимаю, чтобы они лучше это все съели. После ночи у них желудки будут, ну, пустые, они как бы на голодный желудок. Соответственно, это лучше, все это лучше подействует. Сейчас мы зверям дадим, посмотрим. Звери на голодный желудок едят хорошо. Не только на голодный, на лифт едят хорошо. Да, да. Мало ему уже эта кормушка, она была раз это самое. Ну, ничего сложного в этом нет. Всем понятно это. Единственное, не забывайте проводить дегерметизацию. Процесс достаточно важный для нормального прироста, потому что одно дело кормить поросенка, а другое дело кормить поросенка и еще целый экипаж там, который, или даже не экипаж, а целый салон пассажиров, который с ним там может находиться. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комменты. Всего доброго вам.